Казахстанский бизнес до сих пор сталкивается с проблемами в торговле со странами ЕАЭС. Сегодня в Сенате на правительственном часе говорили о торговой политике нашей страны. Председатель Сената выделил самые чувствительные проблемы, препятствующие свободной торговле в рамках организации. Это сложности при транзите товаров, доступность на внутренние рынки, негласный запрет на ввоз отдельных товаров, препятствия со стороны местных региональных властей. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, все это негативно отражается на взаимной торговле. Тем не менее, наблюдается рост товарооборота Казахстана с другими странами-членами ЕАЭС. За январь-октябрь прошлого года мы наторговали на 15,5 миллиардов долларов, что на 7% выше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. В непростых современных условиях правительству Казахстана следует направить усилия на эффективную защиту отечественных товаропроизводителей, чтобы оградить наш рынок от импорта товаров, которые могли бы иметь казахстанское происхождение. Это ничего общего не имеет с протекционизмом. Абсолютно нормальная политика защиты отечественного товаропроизводителя. Следует занимать принципиальную позицию на переговорах в рамках интеграционных организаций или с отдельными государствами. Глава государства не раз указывал на то, что отечественная внешнеторговая политика должна стать более энергичной, активной, нацеленной на поддержку конкурентоспособности национальной экономики.